хочет стать мэром города. О, супер, супер. А почему так мало рук? А кто мне скажет? Боитесь ответственности? Создать город со всеми его структурами и атрибутами управления и просуществовать в нем всего один день – не самая, казалось бы, сложная задача для молодых и активных. Но что-то пошло не так. Договориться между собой даже по незначительным моментам никак не получается. Помочь здесь может только опытный управленец. Ну, будем брать там, например, сельское поселение, там проживает, ну сколько, ну 200-250 человек. Вот 120 человек за то, чтобы купить катер, а 120 против. Как решить эту проблему? Кому пойти на компромисс? С кем договориться? А вот я не хочу покупать катер, а вот она хочет покупать катер. Как сделать так, чтобы я полюбил ее, она полюбила меня? Ребята пытаются выстроить работающую городскую систему. Они здесь избрали городской совет, но почему-то ничего не получается. И вот сегодня к нам в гости пришел мэр Сергей Анатольевич Кравчук. И он сейчас беседует с ребятами на тему того, как должно строиться городское управление, задает им вопросы. Если видите, там очень живой, открытый диалог такой сегодня идет. И это, наверное, самый правильный формат общения с молодежью. Сами форумчане с удовольствием предлагают свои варианты развития муниципалитетов, например, маркетинговый путь. Очень хорошее решение было бы, я думаю, если показывать все города на показ. Как? Допустим, вот так же на форумах приезжать, мы же сейчас в Хабаровске, а я живу в Москве. То есть для меня это большая разница, я удивлен. Я думаю, многим бы это понравилось, и все бы заинтересованы были бы в этом. И я думаю даже, то, что так бы быстрее все развивалось. В игровой день форума участники не только играют, но и получают реальные знания об устройстве городского управления. И даже могут поучаствовать в его развитии. Например, мэр Хабаровска предложил им ответить на вопрос, каким должен быть чат-бот администрации краевого центра. Он уже готовится к выходу на большую аудиторию, и звать его будут Ерофей. Это помощник мэра, который будет работать 24 часа в сутки. Он не спит, не ест, не пьет. Это вот то, что сегодня необходимо для общения. Вопросы ЖКХ, вопросы благоустройства, вопросы личного характера, семейного характера. Это все придет мне на телефон, и я буду отвечать на эти вопросы. К концу дня участники форума должны сформировать набор решений и практик для развития малых городов. Виктория Зыкова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск.